Друзья, в этом видео мы сегодня с вами ответим на вопрос, а растет ли действительно недвижимость в Абу-Даби? Из многих пабликов в YouTube, в Телеграме, от многих моих коллег я слышу очень часто то, что рынок Абу-Даби очень перспективный, растущий за последние несколько лет. Множество проектов выросло в цене. И, естественно, Абу-Даби часто сопоставляет с Дубаем. Итак, для того, чтобы делать какие-то реально объективные прогнозы, а не просто верить тому, что где-то кто-то сказал, давайте будем опираться на цифры. В Дубае мы опираемся на цифры земельного департамента. Да, действительно, здесь есть несколько ресурсов, которые импортируют на свои порталы данные по сделкам земельного департамента. И мы, как профессионалы рынка, можем сделать выгрузку в разных разрезах, по районам, по квадратуре, по, естественно, по времени, и посмотреть, как менялась цена во времени. В Абу-Даби такого портала нету. Поэтому, конечно же, все аналитики, которые сегодня кричат о потенциале, они, ну, как минимум, являются субъективными. Поэтому любое суждение в отношении Абу-Даби является до недавнего времени субъективным. Но я нашел аналитический ресурс, в котором аналитики публикуют за период квартал или за полгода данные о том, насколько действительно в Абу-Даби росла цена. И сегодня этот отчет я хочу вам показать. Итак, давайте для объективности картины мы сравним год с сентября 23 к сентябрю 22. То есть мы сопоставляем два месяца двух разных лет. Значит, и для того, чтобы сравнить динамику, я буду приводить цифры как Дубая, так и Абу-Даби. Ну, давайте посмотрим на цену продажи. Цена продажи в Дубае за год, за 12 месяцев, выросла на 19,6%. При этом в Абу-Даби цена выросла на 2,7%. Что касается аренды, обратите внимание, что здесь рост еще больше в Дубае, 26%. Мы видим, что аренда растет еще быстрее, чем цена покупки. В Абу-Даби же скромный рост в размере 1,3%. Таким образом, мы видим, что за год на самом деле цена в Абу-Даби объективно, да, мы видим объективную картину, не выросла. Да, на самом деле цифры действительно очень неожиданные, в том числе для меня. Есть для этого объяснение, я как-нибудь расскажу об этом подробнее. Да, мы с вами взяли картину последнего года, 12 месяцев, и мы видим в целом, какая динамика по этим двум эмиратам. Давайте рассмотрим более длительный период и, например, сравним пятилетку. За последние 5 лет в Абу-Даби цены даже упали на 12,9%. Это 18-й год, с которым мы сравниваем, это доковидный год. И я сравниваю это с тем, что просто-напросто тогда цены были слишком перегреты в Абу-Даби. Кроме того, сам Дубай был недооценен, поэтому основные денежные потоки были направлены в столицу, в Абу-Даби. Поэтому сегодня, в 23-м году, мы видим то, что картина немножко стабилизировалась. Итого, что мы видим? Мы видим о том, что цены в Абу-Даби действительно, по сути, не выросли. В Дубае, ну, что касается Дубая, вы видите, да, картина, в принципе, она пересекается с многими другими отчетными данными. Почему в Дубае цены на самом деле не выросли? Потому что, конечно же, мы берем весь эмират, и я хочу важную вещь подчеркнуть, что на самом деле, конечно же, от района к району цены действительно могут и вырасти, и упасть. Это мы говорим о некой средней величине по Абу-Даби. Некоторые районы, как Садиат и Яс, они растут, но существует огромное количество районов, мы сейчас не будем о них говорить, это слишком короткое видео для этого, в которых цены в Абу-Даби даже упали. И эти районы занимают большую часть пирога всех продаж, которые зафиксированы в Абу-Даби. Вот, собственно говоря, в этом кроется весь секрет этих цифр. Если вы подбираете проект в Абу-Даби, ну или же в Дубае по-прежнему, пишите мне в личные сообщения, мы проведем детальные расчеты, аналитику по этому проекту и спрогнозируем с вами вместе цену, которая будет на ключах или к моменту, когда вы захотите выйти из этого проекта. Пишите мне в личные сообщения. С вами Дмитрий. Спасибо вам большое за оценку этого видео. Пока!